Ну, генералов бывших не бывает, и высших должностных лиц тоже, поэтому, несмотря на некую свободу и самостоятельность, у тебя Африка остается за тобой, как у специального посланника президента. Мне хотелось бы знать, после визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, с китайцами, мы договаривались о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении, систему отладить. Материнскую смертность, детскую смертность. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием. Но это вот в ближайшее время приезжают их люди, в том числе супруга президента. У нас будут работать, будем вести переговоры. Но в реальном секторе экономики, как у нас продвигаются дела, как с другими странами континента. Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, вот этот комплекс и в том числе недостатки, какие есть. Я смотрю в средствах массовой информации, там кто-то вбрасывает или действительно так. У нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был. Железный порядок, чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные, и чтобы мы там излишне ничего не требовали.